Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Pixel 6. Сейчас я покажу, как на этом устройстве сбросить настройки сети. Заходим в настройки, спускаемся в самый низ и выбираем пункт «Система». После чего спускаемся вниз и нажимаем «Сброс настроек». Нажимаем «Сбросить настройки мобильного интернета», Wi-Fi и Bluetooth. Нажимаем «Сбросить настройки». Да. Ждем полного сброса. И все. Сетевые настройки сброшены. Теперь у вас, скорее всего, нет никаких проблем с подключением к вашим любимым наушникам, к сетям 5-го поколения 5G. Не знаю, еще, может быть, какие-то проблемы у вас были с Wi-Fi, к роутеру телефон не коннектился. Всякое бывает. Теперь, во всяком случае, все настройки сброшены. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч.